Всем привет, ребята, и это будет подборка самых реалистичных карт в Роблоксе. И давайте приступим к первой. Первая карта называется Мист. Ну, как по мне, это очень красивая карта. Сейчас мы зайдем туда. Вот. Я включаю графику на максимум, и вы офигеваете. Вот оно! Вы это видите просто! Я сейчас потише сделаю. Вы это видите, какая это красота! Это же вообще, это красотища, ребята. Короче, заходите на эту карту, это топчик вообще. Так, ребят, следующая карта называется Таякова Инари. Ну и вот. Это тоже очень красивая карта. Это карта про Японию. Сейчас я вам покажу. Вот нажимаем вот эту кнопочку. Вот, мы заспавнились, и вы видите это? Вы посмотрите, как здесь красиво, это вообще бомба же, ребят. Так, вот, и еще тут есть такой человечек, он тоже очень прикольненький. Ладно, и приступим мы к последней карте, самая бомбезная карта, и в нее играет, соответственно, больше человек. Ну, я думаю, что вы сначала видели уже название этой карты. Так, сейчас сделаю, чтобы было вот, ага, все. Вот, вот так у меня не лагает, в принципе. Что мы видим? Это просто, ребят, копия леса. Как они воссоздали это в Роблоксе, я не понимаю. Но это капец как красиво. Здесь можно походить, все, поисследовать. И так далее. Это просто топчик. Пацаны, здесь даже продетализированы всякие камни. Наверное, давайте будем прощаться. И всем пока, ребята. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите комментарии. И всем пока!